Энду, и зазвонил телефон, и голос сказал, что я умру через 7 дней. Синди, никакой убивающей видеокассеты нет. Еще как есть. Я знаю того, кто может вам с этим помочь. Правда, кто? Постой, чувак, Ямал с 30-й улицы посмотрел кассету неделю назад и сегодня проснулся мертвым. Как можно проснуться мертвым? Так, если заснуть живым. Скажи, кто может тебе помочь? Значит, можно лечь спать мертвым и проснуться живым? Нельзя лечь мертвым, чувак. Это уже будет патология. Скажите, нет, кто? Нет, можно или ложиться спать живым, или умереть, но не ложиться спать. Но он был в постели, когда умер. Вот как он проснулся мертвым, осел. Черт, вот это мышление. А он аж... Черт! Слышал, тебе нужно в универе преподавать, ты спинозом! Скажи, кто может мне помочь? Майкю пишет, она и ее чувак занимается всякой чертовщиной.